члены партии «Единая Россия», представители администрации, общественные деятели. В Химках подвели итоги работы партии за год. Построили планы на будущее и определили направление развития. Встречу приурочили к предстоящему праздничному событию. Мы собрались в преддверии такого достаточно знаменательного события для всех нас. 1 декабря в нашей партии «Единая Россия» праздник, день рождения. С чем я всех заблаговременно тоже хочу поздравить. В мероприятии приняли участие муниципальные депутаты Руслан Шаипов, Алексей Федоров, лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Каждая из присутствующих вносит свой вклад в развитие городского округа Химки, работает с жителями, реализует социально значимые проекты. Обсудили разные вопросы. Вопросы касаются различных сфер. И сферы образования, и сферы здравоохранения, и спорта. Но основным моментом, конечно, были обсуждения, касаются результатов народной программы. Исполнения народной программы, то есть того перечня необходимых мероприятий, которые были собраны, наказов от жителей. На данный момент порядка 85% от всех наказов в городском округе Химки уже выполнено. Накануне в Подмосковье прошла 28-я конференция Московского областного регионального отделения «Единой России». По ее итогам отметили Химки. Округ занимает лидирующие позиции по результатам деятельности местного отделения партии. В этом году только за летний период депутаты провели почти 500 встреч с жителями. Работа продолжается. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.